Программа по масштабному обновлению дорог Волгограда будет продолжена, и правительство региона окажет властям города-героя необходимую финансовую поддержку. На дорожное хозяйство городу в нынешнем году из областной казны выделяется почти 750 миллионов рублей. И контроль за расходованием этих средств будет вестись в еженедельном режиме, заявил первый вице-премьер правительства Роман Гребенников на совещании, главной темой которого стали содержание и ремонт дорог Волгограда и продолжение строительства тоннеля на Тулака. В кабинете первого вице-премьера представители регионального Минтранса и мэрии Волгограда. На повестке дня вопрос, затрагивающий без привлечения все миллионное население муниципалитета – ремонт городских дорог. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 748 миллионов рублей, плюс 20% добавит волгоградская казна. Освоить такую сумму качественно и в срок непросто. Это показал опыт прошлого года, когда по инициативе губернатора Волгограду был выделен 1 000 000 000 рублей на решение дорожных проблем. А потому региональное правительство нацеливает руководство мэрии как можно скорее провести конкурсы среди подрядчиков. Ведь первый транш в 350 миллионов город получит уже в ближайшие недели. Еще 350 миллионов рублей субвенции и ассигнований городских. Мы не будем отодвигать подготовку этого перечня на длительный период и ждать освоения первых денег. А в течение 10 дней, как сегодня условились, подготовим перечень и будем заключать соглашение, чтобы у города были абсолютно развязаны руки, а мы уже контролировали бы эту работу. Контроль за освоением этих денег будет жестким и еженедельным, заявил Роман Гребенников. Особое внимание необходимо уделить подрядчикам. Желательно, подчеркивают в правительстве, чтобы к выполнению ремонтных работ допускались организации, зарегистрированные в нашем регионе, чтобы было с кого спрашивать в случае брака. Усилить спрос подрядных организаций необходимо и по части содержания дорог. То количество техники, которое сегодня выходит на городские магистрали, просто не справляется с задачей наведения порядка на проезжей части. Ежедневный мониторинг, значит, и информация о том, что происходит, сейчас одну секунду, что происходит с выходом техники по достойному, грамотному содержанию того дорожного покрытия, которое указано в контракте. Контролировать будем совместно. Естественно, ваша информация, наши выезды, коллективные, значит, формы работы. И сделать нужно так, чтобы мы, конечно, не краснели перед жителями. Еще один важнейший для Волгограда вопрос – так называемый прокол на Тулака. В завершении строительства тоннеля, соединяющего северные и южные районы города, с нетерпением ждут автомобилисты, которым приходится простаивать в пробках перед железнодорожным переездом. В нынешнем году на этот объект предусмотрена солидная сумма – более 300 миллионов рублей из областного и почти 200 из городского бюджетов. Эти средства позволят строителям выдержать график, и в 2014 году тоннель должен быть сдан. Светлана Алекбарова, телекомпания «Ахтуба».